Так исполнялась мечта жизни летчика гражданской авиации Сергея Шевырева. Полет над землей предков, селом Быстрый Исток, на уникальном одноместном самолете, который Сергей собрал вместе с товарищем. На моем самолете установлен двигатель Honda. Также редуктор вот впереди, потому что обороты двигателя и винта должны соответствовать. Такой самолет собирали около 4 лет. Конструировали с фотографии американского самолета «Орел». Но это, конечно, не копия, а своя версия, которую владелец называет «Орленком». Я давно мечтал, что иметь свой самолет. Еще когда в Ашхабаде был, на Ил-18 работал, я уже приборы списанные, но они еще рабочие, собирал для этого самолета. Вот схемы всякие изучал, подбирал. Сергей родом из Туркменистана. Вспоминает, как в 8 классе устроился на работу в аэропорт с слесарем-клепальщиком. До 8 класса я не мечтал быть летчиком вообще. Думал быть машинистом на железной дороге. Вот. А тут я познакомился с самолетами, с летчиками. Они рассказали о своей работе, как она прекрасна. Вот. Ну и особенности какие. Ну и я ремонтировал самолеты. Вот. И влюбился тогда в самолеты, в общем. И вообще в авиацию. После летное училище гражданской авиации под Саратовом, а дальше понеслось Ан-2, Ил-18, Ту-154, Ил-76. Полеты по всему миру в разные страны. Даже пришлось выучить английский язык. Любимый самолет вообще Ту-154, потому что я на нем больше всего летал. Я в него врос, как говорится, просто что, ну, чувствовал, что я как бы одно целое с самолетом. Вот. Ну а по полетам вообще Ил-76 тоже, это такой огромный самолет, и вот им управлять, вообще сидишь там наверху где-то 10 метров от земли. Летный стаж внушительный, за штурвалом 71-го года прошлого века. На Алтай Сергей Шевырев переехал в 95-м году, у него 5 детей и 7 внуков. Человек счастлив тогда, когда у него есть любимая работа, вот, ему хочется очень на работу идти, а дома любимая семья, хочется идти домой. Вот у меня так было, что я рвался на работу, ждал, когда будет очередной рейс, вот, а с работы мне очень хотелось побыстрее домой, к семье, к детям. Семья поддерживает, однако проделать маршрут Барнаул-Быстрый Исток пока не удалось. Самолет привезли на авто с прицепом. Вы бы долетели с Барнаула до Быстрого Истока? Да, можно долететь. И у меня мечта вообще долететь все-таки. Сейчас я его отлажу, мотор, когда увижу, что... Ну, обкатаете, да? Обкатаю, да. Я планирую, я уже и план полета такой заказал. Дальше взять высоту 3000 метров и усовершенствовать свое творение. И, конечно, в мечтах, чтобы дело его жизни продолжили наследники. От винта! Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.